私はまだまだだ。Это что у меня до сих пор не 90? Ич, ми, нана, нана, ми, ми, ёсь, о, так. Угу. На тебя это хватит? Блин, не хватает. Ну ладно, папа там добьется. Так. Поменяла квест, и они теперь будут отображаться у меня в нацию, у меня где они будут отображаться, или не будут они тут отображаться. Вижу только один квест, а где все остальные? Ладно. Благородный муж атакует средь бела дня, что? Добудьте припасы экстра. Ч
Почему мышка так сложно поворачивается? Не понимаю. Психотропик, привет. Мух, привет. Так, что мне тут надо делать? Собрать какие-то материалы. Где они? Ладно, полазим. А может, мне надо их отыскать зрением? А, точно, я забыла. Вот здесь можно. А я тебя ждал. Ну, что поделать. Да, устал. Так. Что-то у меня в последнее время режим спит совсем. Я часов в 7 утра могу только уснуть. Так, не поняла, где я материалы должна собрать? Я их не вижу. Я наверх залезла, думаю, наверху, а наверху ничего нет. Сайбер, привет! Как дела? Как мои дела? Ну, вроде нормально. Ой, я нашла первый. Взять материалы. Отлично. Эмма. Никто не видит стрелочку указывающих. Вот тут лежит материал. Кто мне не очень видит. Так. Делать. Кстати, может быть за пределами кровь? Ну, вряд ли, вряд ли. Я не поняла, я уже круг сделала. Мысли, где материал? Ой. Я случайно... Опять клишу траву сожгла. Это не самое худшее из того, что она умеет. Там же было даже это в квестах, где она это лес подошла информация. Так. О, нашла. Я думала, не найду. Так, все, материалы нашла, а теперь что? Отступите в безопасную зону. А там типа было опасно? Ну ладно. Там что-то настроено было. А, это водоросли. Еще вот.
Тогда мы пойдем. Так, один квест я нашла, а вот где остальные в Люе находятся, я не знаю. И надеюсь, они находятся на тех островах, которые у меня открыты. А не в новой локации, например. Так. Не понимаю, где остальные квесты? О, один нашла. Раз. Ё-моё. Если что, я в первый раз вроде ли на Инадзум квесты сделала, чтобы здесь сделались. Поэтому я не знаю, куда и как идти. Так, что я сделала? Яндекс. Ты опять логаешь? Ой. У меня забагался чат. Нет. Если кто-то в чат пишет, то я ничего не вижу. О, все. Вернула. Они и Манштадте новые квесты добавляют. Да, я заметила. Мне тут попадались новенькие. Ну, у меня просто в Надзуме это, репутация маленькая. Хотя это на репутацию, наверное, не влияет. Ну ладно. Ловец молнии, предупредил. Погодите, мне нужен будет электрический персонаж, что ли? Соберите электрочастички. Я не долетела там. А, не долетела. И тут ничего нет. Ну ладно. Так. Куда мы идем? Так. Что-то не вижу я фиолетовых меток на островах. А вот. Отсюда или отсюда? Иди вот отсюда удобнее. Санганоми. Тоха, привет. Опять Лоля мучает Лолю. Да никого я не мучаю. Просто Кли немножко не везет. У него мало хп. Поэтому ей обычно не везет. Так. А цветок тебе 20?
Какой цветок? Сакура? Артефакт или... Попробую таскать с собой щитовика. Ну, щитовики у меня Ита только появился, но Ита я еще не скачала. Ой. Что тут надо делать? Уничтожьте электротуман. Чем он уничтожается? Электричеством, что ли? Или я могу любой искусственный? Нет, я не хочу. Они меня вынуждают электроперсонажа. Ветра? Сейчас, погоди. Где? Спасибо. Я думаю, у меня есть персонаж. Истребление милоты. Да, именно так это не работает. Че, опять кого-то вызвали? Ой, а тут головоломка какая-то. Ладно. Ой, а такое у меня есть? Чё-то не припомню. Что это такое? Какая-то странная текстурка. Каким образом такая текстурка получилась? Маст. Так. С ингонами поручение выполнено. Так. И остался последний квест. Последний квест. Так как мне понять, где он? Так, а из журнала нельзя? Не помню. Брам. А, точно, можно же. Потому что тут еще. В смысле? А почему он читает? Что? Почему этот космон читает? Типа берется манштать и выполняется в Надзуме? Ой.
Юко. Ты же рандом поставил? Вот мы снова и встретились. Помнишь меня? Нет. Ты точно должна помнить, как мы подружились с Хиличурлом. Не смотри на меня так. Чтобы выучить язык, необходимо постоянно практиковаться. Не переживай, твои усилия не прошли напрасно. Мой разговор на хиличурске стал намного лучше. Но мне еще нужно работать над своим письменным хиличурским. После длительных исследований я сочинила целый цикл стихов на хиличурском. К слову, я пока еще не вполне уверена в значении нескольких строчек. Не могла бы ты их проверить? А прочитать стихи хиличурлам? Верно, у тебя огромный опыт общения с хиличурлами. Все будет хорошо. Я отметила строчки, в значении которых я не уверена, в любом случае. Там нет ничего оскорбительного. Не должно быть. Я уже знаю, где искать слушателей. Там хиличурлы выглядят дружелюбнее остальных. Просто прочитай выделенные строки. Спасибо тебе, возвращайся скорее, после чтения стихов. Я хочу узнать, как они отреагировали. Леопард, приветствую. Хоба щедрого бонжура. У меня только один человек здесь писал, поэтому да. Если поприветствую, то да. Книжка. А то я опять сруиню этот квест. Так. Так. Квест. Вот это? Ой, нет, это что-то не то. А, вот. Так, солидата Нинино. Так, это приветствие. Ух, я это чувство радости. Я, да, очень применяю. Прямолинейная похвала. Скорее всего, в ней нет негативного подтекста. Я Юки и Нинзита нельзя использовать. Угу. Она была права, эти хиличурлы выглядят немного по-другому. Давай скорее уже прочитаем им стихи. Сомневаюсь, что мы найдем более дружелюбных хиличурлов. Так, с какой же строчки начнем? Так, поприветствую. Кажется, он никак не отреагировал. Может быть, он просто не очень общительный? Придется понять, что он хочет сказать своими жестами. Кажется, все прошло неплохо. Похоже, что этому хиличурлу все понравилось. Прочитай следующий стих. Кажется, он никак не отреагировал. Может быть, он просто не очень общительный. Придется понять, что он хочет сказать своими жестами.
Кажется, все прошло неплохо. Похоже, что этот хиличурлу все понравилось. Почитай следующий стих. Ой. Еда-да. Я забыла, какой сидис. Еда-да. Кажется, он никак не отреагировал. Может быть, он просто не очень общительный. Придется понять, что он хочет сказать своими жестами. Ух ты! Они танцуют! Думаю, что им понравились эти стихи. Достаточно поэзии на сегодня, пора возвращаться к Элли Маск. Фу. Так. Как все прошло? Ты прочла, Хиличурл, мои стихи? Да, прочла. И как они отреагировали? Судя по выражению твоего лица, нормально. А отреагировали они неплохо. Значит, я правильно расшифровала значение всех слов? Спасибо за помощь. Еще один маленький шаг на пути изучения хиличурлов. Однажды я смогу свободно общаться с хиличурлами. Они поведают мне все свои секреты. И когда этот день настанет, я с гордостью смогу сказать, что заслуживаю носить прославленную фамилию Маск. Еще раз благодарю тебя за помощь. Вот твоя награда. Так. Мы все же квесты выполнили или нет? Награду поручения можно получить, значит, все выполнили. Так, и мне нужно начать уже ивент, который давно-давно не начат. Так. Так, леопард ушел. Ну? Кстати, когда там новый баннер? Здесь только троих нужно собрать. Так, давайте кое-что сделать еще. Так, это который временно, да? Поэтому он выделен. Ну ладно, сейчас посмотрим. Что у нас тут за квест? Блин, мне еще локацию надо открыть, я ее так не открыла. Ну ладно. Ой, как все скрипит.
手元に歯があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。Пахнет людьми. Ярой. Привет, Ярой. Ой, раскрыли меня. Как? Погодите, этот запах. Так это вы. Сколько времени прошло? Не знал. Не узнал вас по запаху. А ты совсем не изменился, Ярой. Все так же боишься людей и торчишь в камне. А? О чем это ты? А, Паймон хотела сказать, что мы надеемся, что ты скоро избавишься от печати. Ха, это все-таки по-человечески печать. Я чуть-чуть постараюсь и... Но в любом случае, вы хорошо заботитесь о ребятишках, мои маленькие тануки. Всегда говорят, что любят играть с их тетей желтой шорской, которая так вкусно пахнет. Тетя желтая шорска? А, я-то думала, что все человеки такие же, как тот парень, который запечатал нас, злые и страшные. Но, кажется, есть и хорошие среди вас. Большинство хороших. Верно, мы с Лолиточкой почти всегда встречали только хороших людей. Ты украл тот гребень, вот тебе и запечатали. Оф. Но я уже вернул его. Если вам когда-нибудь попадется тот парень, что учился магию Рейдзембо, то передайте ему, чтобы вытащил меня из этого камня. И если поразмыслить, то во всем виновата эта подлая кицуна. Ярой прижит как старик, да? Ну, он уже старенький. Что ж, раз ваши руки и ноги не окаменели, то наверняка вы всюду побывали. Да, мы приехали с той стороны океана, представляешь? Сколько всего в мире мест. Это так удивительно. Все это время жил рассказами маленьких тануки, я совсем ничего не знаю о большом мире. Однажды, стоя на вершине горы Йогу, по ту сторону океана увидел высокую-превысокую гору Я. Наверное, даже выше, чем Йогу. И до сих пор гадаю я, что это за место. А, судя по направлению, это драконий хребет. Драконий хребет? От одного только имени мороз пробирает изнутри. Кто знает... Что там забыл этот парень? Я ведь уже сказал, что хороший вы, поэтому... В воздухе запахло просьбой.
Даже в таком состоянии я все еще тайный защитник Рощи. Я берегу лес, Тиндзю, по указу ее превосходительства. Если бы я не был запечатан в камне, я бы взял огромный, как 8 татами. Ясно, чем мы можем помочь? Мне самому не сдвинуться, но маленькие тануки могут... Я прошу вас взять тануки на тренировку. Возьмите с собой Китибоси. Он так по вам скучает после того, как вместе поиграли вы. Один вопрос. Ого, мы совсем не понимаем, что говорит Китибоси. Не трудно ли нам будет в пути? Не думаю, мы тануки понимаем человеческую речь от природы. Это вы, человеки, не умеете говорить по-нашему. А? А так бывает? Но в пути... Неплохо было бы разговаривать по дороге. Как поймана Лолиточка? Ну ладно, раз уж я об этом заговорила, не использовал ли кто-то однажды нашу магию, чтобы приготовить вам еду? Вы не смотрите, что я в камне. Приготовить вам еду, от которой вы будете поднимать Китибоси, вполне возможно. Ура, еда! Пайман, как всегда. Так, кто-то в чате написал. Прохор! Не тетя, а сестренка. Так, что-то тебя мало смотрит, неправильно. О, драконий хребет. А на земле есть драконьи горы внизу Африки. Еда. Да, мало и мало. Просто всем надоело, наверное, уже постоянно одно и то же слушать, один и тот же голос. Тем более, посмеяться у меня не посмеешься. Контент не тот. Еще не значит, что она будет вкусной. Ну-ну, не стоит недооценивать мое кулинарное мастерство. Хотя вы не уверены, откуда я Ару это взял. О, это так вкусно! Конечно, я ведь тот самый Арой, который однажды приготовила сорти с сашами из комочков грязи и шерсти тануки. И так обманул четверых, о не гад. Это так здорово, Ярой. А из чего была еда, которую мы только что съели? Некоторые вопросы лучше не задавать, Пайман. А? Ладно. Идем поговорим с Китибоси. А я пришел, чтобы тебя посмотреть. Что за маньяк попался нам? Это не маньяк. Это хулиганистый тануки. Очень большой. Его запечатали в камень за то, что он украл гребень важный. Так, где-то рядом. Йот. Иза. Тем больше. Эй, Китибоси, давненько не виделись. Белый компон и желтая шерстка. Желтая шерстка. По цвету волос. Желтая шерстка — это я? А, пампул. Я думаю, что я прочитала. А что за команда водичка? Ну, ты заказываешь водичку, я делаю один глоточек водички. Ну, это если там очень беспокоиться, что стример нет. Помпон. Помпон.
Желтая шерстка, это я? Эй, кого ты назвал белым помпоном? Сильно, я понимаю. Меня зовут Лолиточка, а это Пайман. И лучше бы тебе это запомнить. Щелк-щелк. Фиалковая дыня. Что? Фиалковая дыня? И что значит это твое щелк-щелк? Ну, по крайней мере, мы можем вроде как общаться. Именно что вроде как. В любом случае, Лолиточка, давай-ка снова сходим с Киарой. Как-никак нам предстоит долгая дорога с Китти-Босси. Киарой, ура! Да! Ну как? Рад видеть белого помпона, желтую шерстку, фиалковая дыня, бабах! Фиалковая дыня, бабах? Поразительно. Бабах! Но что значит фиалковая дыня, бабах? Бабах это бабах, а фиалковая дыня фиалковая дыня. Ну вижу я, что общение наладилось, у вас мои кулинарные навыки, как обычно, на высоте. Наладилось, значит? Не наладилось, совсем не наладилось, мы не понимаем, Китти-Босси. Дело вот в чем. Расскажите, Арой, как вы пообщались. Вот оно как. Беспокоиться не надо. Это потому что ворить Китти-Босси не привыкли вы. Не спешите, привыкните к ауре, понимаете, его будете. И долго нужно не спешить. Дайте подумать. В любом случае спешить не надо. Спешить плохо. Ты сам не знаешь, так ведь? Я Ярой, долго предолгоживущий король Бекки Денуки. Я не как человек, мне нет дела до времени. Хотя он и провел большую часть своего времени запечатанный в этой каменной статуе. Тогда откуда ты так хорошо знаешь человеческий язык, Ярой? Какая дерзость. Лучше бы вы спросили, как вы, человеки, можете разговаривать с нами. Жил долго-предолго я и стал могучим. Пообщался свое с человеками. Давным-давно я много разговаривал с Тануки, Кицуни, Они, Якаями и человеками. И хотя история человеков частенько о них самих, по крайней мере, половина из них связана с Бекки Денуки, которые превратились в людей. Половина оставшейся половины о самих человеках, а другая половина о других якаях. Но даже в этой половине добрая половина касается нас, Денуки, которые приняли обличие других якаев. Тогда еще половина истории Денуки обо мне. Мне теперь, понимаете вы? Так, что-то не могу прочитать нормально. Ладно. Теперь понимаете вы, я величайший из всех. Не тяжкий труд разговаривать с вами молодыми. Понятно. 5/16 про Ярой, верно? 5/16, а это вкусно? Звучит вкусно, хочу есть. Лолиточка, имеет в виду процент истории о тебе, Ярой. Ярой сильный.
Ха, ну конечно же. Поучись моей силе, да-да, поучись. А? Если подумать, то мы начинаем понимать Китти Босси, да? Белый помпон умная. Это вроде и похвала, но Пайман не рада. Вудя, привет. Что значит равнее спинку? Равнее спинку значит равнее спинку, потому что кто-то калачиком сидит. Капец, у нашего проблем, я вообще ничего не понял. Хорошо, хорошо, передайте это дитя вам. Покажите ему мир и обучите его. Когда молодой Тануки был я, отправился в паломничество по 18 местам Инадзуми по следу великого Бака Тануки Цукума, ни разу не сбившись с пути Тануки. И там великим стал я. Да? А тогда почему же ты торчишь в камне? Камня. Ты тоже Китти Босси? Давайте вернемся к теме. Куда нам следует отправиться сначала? Дайте мне переводчика с его языка. Как насчет драконьего хребта? Если есть гора, на нее надо подняться. Ах, Пайман ждала возможности сказать что-нибудь такое классное. Гора там. О, звучит так морозно. Не застуди пузико, Китти Босси, а то заболеешь. И тогда не сможешь барабанить по животику на выступление. И еще хорошо кушай. И слушайся тетю Желтую Шерстку. Понятно. Слушайся тетю Желтую Шерстку. Не тетя, а сестренка. Рада познакомиться с тобой, Китти Босси. Не беспокойтесь, Китти Босси присмотрит за вами. Похоже, мы не совсем достучались до него. Да, Китти Босси присмотрит. Ой, это что? Вы пообещали Иарой показать Китти Босси мир, первое место драконий хребет, который Иарой однажды увидел с горы Йоку. Принять задание. Отслеживать цель. Драконий хребет. Извиняюсь.
ведь нам удалось поднять эту огромную колонну на вершине горы. На драконьем хребте очень холодно. Сколько бы мы сюда ни приходили. Ха-ха, белый помпон слабая. Что? Ты не боишься холода, Китабося? Так холодно, очень-очень холодно. Эй, тогда почему называешь Паймон слабой? Ну это так весело, вокруг все белым-бело. Белым-бело? А, ты о снеге. Снег, вихрь сакуры, тот, кто падает со священной сакуры? Нет, снег это такая холодная штука на драконьем хребте. Но Паймон не ожидала, что тебе известно о вихре сакуры. Не зря же ты Бакдануки и Нацумы. Снег, холодно, так холодно. Кажется, Китабоси это по душе. Гора холодная из-за снега или снег лежит на горе из-за холода? Вообще-то это хороший вопрос. Как ты думаешь, Лолиточка, из чего сделан снег? Это все из-за Кэй. Давайте обвиним во всем Кэю. Музыка Фил снова с вами. Это элементы Крио. Да? Если так, то элементы Крио в снегу делают это место еще холоднее. Холодно. Так много снега. Надо будет расспросить кого-то умного, например, Лизу. На драконьем хребте и правда очень холодно. Когда мы последний раз пытались забраться на вершину, Паймон так замерзла, что мозг чуть не отключился. Так, Паймон думает, что у нее есть. Вудя, напеть мелодию. Блин. Мелодия. У меня в последнее время в голове не играет мелодия. Я так редко пою. Так. Брум-брум-брум. Драконьем хребте и правда очень холодно. Когда мы последний раз пытались забраться на вершину, Паймон так замерзла, что мозг чуть не отключился. Но зато какой прекрасный вид. Раз это место видно с горы Йогу, то и отсюда мы сможем ее увидеть. А пещера звездного сияния такая глубокая. Может быть, мы найдем там невиданное сокровище? Сокровище? Сокровище это хорошо. Паймон, я думаю, вы хорошо поладите. Хе-хе,
Ну как же без сокровища? Можно хорошо жить и вкусно есть. А Китабоси знает толк, да? Китабоси хочет поиграть в снегу. Эй, не простудись! Если встретишь опасность, просто кричи, здесь сокровище. Эй! Пайман точно прибежит. Юко. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, блин. Нет, нет, стой, не убегай. Блин, успею, не успею. Наверное, не успею. И сбежал. О, вот это скорость, Лолиточка. Чего ты там? Он изменил форму. Этот плут поразительно хорошо подстраивается под окружение. Горячо, горячо, но весело. Или Гёбу Кабан, или Сосей. Тоже превратился в прошлый раз в факел. Вы, Бакданоки, любите превращаться в факела? Превращаться в штуки человеков, чтобы с ними играть. А то человеки обычно не играют с Китабоси. Не переживай, Китабоси, Лолиточка и Памин с тобой поиграют. Ура, играть! Еще напеть мелодию хочешь? Теперь будешь чаще петь. О, если тут команда как у Квей, типа Вольфа. Так, ща. Команда есть. Наподобие укусить. Любовь, поцелуй, обнять. Такие есть команды. Ща я скопирую их. Или не скопирую. А, нет, я не скопирую. Блин, у меня ж... Погодите, нет, у меня браузер открыт. Любовь, поцелуй, фу. Там есть и укусить. Вроде бы. Да, есть. Но это очень давно настраиваемые команды, поэтому я не помню, как они работают. Мне никто их не изучает. Это еще когда я только начала стримить, я их все сделала. Кровь богу крови, черепа трона черепов. Все. Фанатика кто-то. А, ну ты нашел команду, так что ладно. Но мы подошли к обрыву. Хочешь, мы тебя перенесем? Китабоси, вжух-вжух, бабах! Что? Китабоси создает нечто похожее на воздушный мешок, благодаря толкающего... Чего? Ого, что это было? Так, это и есть маги-баг Кадануки? Вот же... Ничего, мы не... Да ё-моё. Не успеваю прочитать. Что за извращенство?
А та-та, Прохор. Прохор нежно обнял муха. Что? Он где-то неподалеку? Вот незадача. Он во что-то превратился? Нет, стой! Нет, кабанчик, стой! У тебя мяско падает. Нет, стой, не убегай. Мяско! Нет, мяско досталось Хиличуру. Вот и выходит, что Прохор извращенец. Ха-ха-ха, медленная, медленная и слабая. Уф, какой же он противный. Китабоси, не смейся над другими. Смеяться это плохо? Ну, как бы это сказать? Смеяться это хорошо, но смеяться над другими это плохо. А, хорошо только тогда, когда смеются все вместе. Я понял. Извини, тетя желтая шерстка. Не тетя, а сестренка. Пайман зовут Паймана, а желтую шерстку зовут Лолиточка. Запомни, это Китабоси. Сложно запомнить, скучно. Белый помпон, желтая шерстка. Ну, не заставляй себя. Что такое сделал Китабоси? Этот воздушный шар так и полетел. Вжух, вжих. Очень круто. 8 татами бабах. Ну что же это такое? Уф, Пайман опять не понимает Китабоси. Ну, это хотя бы понятнее, чем щелк-щелк-фиалковая дыня. А, нет. Это еще непонятнее, чем фиалковая дыня бабах. Хи-хи, фиалковая дыня бабах. Да что это значит? У белого помпона желтой шерстки нет? Белый помпон умеет вжух-вжух. Желтая шерстка тоже умеет вжух-вжух, поэтому у них нет. Ну, может и так. Наверное, это какие-то способности по катануке. Ух, на Снежной горе весело. Идем. Там есть вариант кому-то определенному обратиться. Я попаду. А кстати, если больше народу будет в чате, то у тебя меньше шанс будет попасть. Он решил, чтоб я это себе кабанчиков насобирала. Да в смысле ты убежал? Я тебя ударил уже. Существо. Существо? Ты о снежных кабанах? Запечатали? Нет, это просто лед, понимаешь? Ведь на драконьем хребте так холодно. Ой, как странно. Кстати, Лолиточка, мне хочется сфотографировать Китабоси на память. А, хорошая мысль. Хе-хе, кто знает, когда ты снова сюда придешь. Так что это оставит память о нашем путешествии и докажет Иорой, что мы и правда брали тебя с собой.
Так и сделаем. Китабоси, не двигайся. Белый помпон странный. Ладно. Можно без фотоаппарата сфоткать? Или обязательно выставлять? Камера установлена. Да ё-моё. Сохранить. Ой. Похоже, мы потревожили нечто ужасное. О, король снежных кабанов. Какие горы, какой мороз, какой кабан, толстенький кабан. Неужели толстый кабан? Для тебя самое главное, ладно, китобоси, спрячься где-нибудь. Ой. Ой, а пойман при смерти. Цель пока понищи. Блин, я не могу вылезти, я застрял. Ой. А он так умеет, оказывается. А, он опять Кли убьет. Подпредите. Шарская сильная, очень-очень сильная. Нет, нет, стой, стой, кабанчик, нет. Стой, 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 стой. И мясо спать, дай. Тебя... В смысле? А чё они мясо не дают? Бракованные кабанчики, ладно. Прохор, ты уходишь, да? Давай. Спасибо, что посидел. Так. Приходится охотиться, что? Желтая шерстка сильная. Очень-очень сильная. А, приходится охотиться, чтобы прокормить пайман. Это так грубо! Кстати, получилась фотография? Вы показываете фотографию китобоси и пойму. Прямо как китобоси, хи-хи. Это и есть ты китобоси? Ведь китобоси это я, а я один. Это не китобоси. На Снежной горе есть еще Бакуданоки, я не чую. Не совсем, на Драконьем хребте нет Бакуданоки. Это ты сам, китобоси. Расскажи, китобоси, о фотографиях. Так это картина. Белый помпон глупый, ха-ха-ха.
Уф, это так раздражает, но Пайман не знает, что ответить. Китабоси не смеется. Хорошо только смеяться вместе. Гррррр. Китабоси хороший, получишь звездочку. Водичка. Забанили за насилие Лолиты. Тут прям для мелодии подошли бы Игры престолов. Так, что ты там делал? Признавайся. Будь поцеловал Луди в щеку. Это как? Домогательство предметов и ботов, так. Нет, у меня каштановые волосы, значит каштановая шерстка. Да ну вас, пани. Нет, слава тебе до смерти. Ура, звездочка! Давайте не пойдем дальше. Ты ведь тоже устал, Китабоси. Угу. Давайте вернемся и расскажем о Руе. Он слишком обо всем переживает. Ну, в смысле, а где мое место? Что? Да, в смысле, что за прокольные кусочки? Ладно. Прохор поцеловал Лурка в щеку. Закусал, что прям муха съел. Тоху, молодец, Прохор, Тоху целуй. Тоха. Mm-hmm.
Я не знаю этих Прохор. Ну, он тебя в щеку по-дружески поцеловал, он же не в губы. Фанатик? Кто такой фанатик? Ты уже второй раз его слушаешь. Я не знаю, я люблю девочек. Будем Прохор, Мух, Уркс. Ой, правда, тут кто-то сидит с ником фанатик. Ну, я как раз недавно смотрела эти донаты, и там был один фанат. Интересно, кто там был под ником фанат, не помню. Тоха извращёнка. Лоля, а ты на монстров для репутации охотишься? Нет, они мне сложно даются, поэтому мне лень на них ходить. Только я, когда вы помогаете, хожу. Ох, вот и вы. Никто не поранился, никто не простыл, не проголодались. Но Паймон никогда не отказывается от еды. Все прошло без сучка и задоринки, не волнуйся. Это босс. Снег такой холодный, но с ним так весело. Кстати, мы принесли и сувенир. А что мы принесли? А, фотографию. Извращенец, не спорю. Ох, Китабоси, почему в пергаменте запечатан Китабоси? Это же адские картинки. Откуда у тебя это? Как? Это называется снимок. Он как рисунок. Именно. Смотри, с Китабоси все в порядке. Да. О, два Китабоси. Ну как? Что это за магия? О, я понимаю, это магия, да? Большой прорыв, Китабоси. Дурак. Уф, позволь нам объяснить. Вы долго объясняете Ярою, как работает фотография. Ах, прославленный по всему миру король Бакадануки я. Как же мне и не знать о киммерах? Просто хотел проверить, когда босси я. Пайман, не привиделась. Не переспорить. В любом случае, успешного весьма обучения китабосси. С китабосси не заскучаешь по те. Что ж, это хорошо. Тогда продолжайте. Когда молодой Тануки был я, посетил 18 священных мест, следуя пути Тануки, и так великим королем Бакадануки стал я. Китабоси лишь половину такой великий, как я в те дни. Для тренировки хватит 8 мест. Кажется, это должно быть 9 мест, ну ладно. Так, куда нам отвезти Китабоси теперь? Не похожи на других человеков. Вы хорошо относитесь к нам, к Тануке, как и положено хорошим человеком. И вы довольно крепки для человека. В Китабоси многому научится, путешествуя с вами. Итак, я позволяю вам самим решать, куда ему идти. О, хорошо сказано.
Не беспокойся, мы справимся, Паймон думает. Идем, идем. Куда же нам отправиться? Подумай хорошенько, Паймон. Поговорим, когда Паймон придумает. А сейчас Паймон голодная. Не беспокойся, Арой, мы позаботимся о Кидабосе. Пусть будет так. Ой-ой. Я тоже изврат. Ты бы знал, что творит со мной с половой созревание. Думал, он вполне тебя понимает. Да, тренироваться это весело. А, хорошо, что весело. Желтая шерстка сильная, бабах! И нет большого и круглого. Это потому, что я постоянно тренируюсь. Китабоси хочет быть сильным, как желтая шерстка. Тренироваться, тренироваться, стать сильным-пресильным. А что ты будешь делать, когда станешь сильным-пресильным, Китабоси? Там еще гёбу-кабан, ха-ха. Сделаю я Рой не камнем. Удачи тебе, и мы займемся твоими тренировками. Так. Ну, он взрослый, и это прямо сейчас проживает. Так, а куда мне идти? Или мне надо через сквозь? Ох, что такое? Да тянет на девочку, то через 3 дня уже нет. Я просто схожу с ума. Гормоны. Песня древних, давай. Ну нет, песни древних, Тоха. Давай нормальную песенку. Ну, Тоха. Ну, можно мне нормальную песенку? Ну, пожалуйста, ну, Тоха. Фиг с ним, с текстом. Я удалила песенку, я не помню, как она напевается. А вообще надо сделать, чтобы у меня на экране отображался текст, а то некоторые ваши сообщения, которые я читаю, могут подумать, что это я к себе отношу. Лоля. Ну я не помню, ну Тоха. И тем более заказать мелодию там. Я напеваю мелодию, которую сама хочу, а не которую хочешь ты. Я буду упиваться твоими страданиями. Не знаю ничего. Тебе вернуть баллы или напеть песню, которую я хочу? Так, драконий хребет есть. Че все застряло?
Какой листик миленький, да? Такая прелесть. Напеть песню, которую я хочу. Но у меня нет такой награды. Блин. Но у меня есть награда только на русский. Так что на русском языке давай. И она стоит дороже, чем напеть мелодию. Так, вы пообещали Ярой показать Китабосе мир. Теперь вам предстоит посмотреть каменный лес Гуаня. Отслеживать. О, Паймон придумала. Алькор сильный. Ну, я не успела. Лола, я сейчас накоплю, пожалуйста, закрыть престол в дозорной на стене. Близко. Так можно? Если это на русском, ты можешь мне в ЛС кинуть текст и саму песенку, чтобы я врубила. И да, можно. Почему нет? А то с тем, как я ищу, что-нибудь не то найду. Как в прошлый раз, запретку. Это русский язык. Ну, это хорошо. Что-то я в прошлый раз глянула на караоке стриме там первую песню, которую ты заказал из мультфильма, ее не забанили, а вторую песню, которая мне попалась, ее забанили, которая более спокойна. Ой, надо значки канала перерисовать. Блин. Ну ладно, потом займусь. Не как снежная гора. Не холодно, снега нет. Это каменный лес Гуань. По легенде, здесь властелин камня сразил этого, как его, многоголового водяного змея. Как там его звали? Осел? Да, точно, Осел, Архонт Вихрей. Вот тут его каменным копьем победил властелин камня и усмирил. Ого! Круто, да? Но мы тоже с ним сражались на вершине нефритового дворца Нингуан. Золотая кристальная бабочка. Это ты бабочке так радуешься? Он вообще-то рассказывал тебе историю. А, бабочки... Бабочка не похожа на то, что в Нацуме. Наверное, он никогда не видел кристальных бабочек другого цвета, кроме фиолетового. Ну, возможно, ладно, ладно. Поймаешь ему бабочку, Лолеточка? А, ну ты умеешь летать. Да, но ты лучше ловишь бабочек. Можно попробовать, но поймается точно кристальное ядро. Ура, здорово! А меня на караоке стриме опять продинамили. Да. То есть я непонятные языки не понимаю. Отдайте Китабосе одно кристальное ядро.
Баба, кристальная бабочка золотая. Отдать. Ну, кристальные ядра же у всех бабочек одинаковые. Не золотое. Что? Ядро не золотое? Тут уж ничего не поделаешь. Если подумать, то Пайм никогда этого не замечала. Хотя ты раньше ловила кучу кристальных бабочек. Так вот, что называют разочарованием? То, что происходит, когда ты вырастаешь? Кажется, тебе тоже нужны тренировки, Пайман. Давай, белый помпон. Никаких давай, помпон. Ой, Пайман, тренироваться нужно тебе, Китабоси. Но это все равно разочаровывает. Почему ядро Гео кристальной бабочки не золотое? Да, золотая бабочка, почему не золотая? Может, у них просто такое строение? Ну что ж, в любом случае, нам не нужно отклоняться от плана. Пора показать Китабоси Алькор. Готово. Эти кристальные ядра и правда... Кто это? Это очень умные и сильные люди. Умнее и сильнее, чем белый помпон и желтая шерстка? Ну, это трудно сказать. А, то есть я должна призвать. Ладно, давайте. Ой, не в ту сторону упала. Вот я. Руина. Что-то мне подлакило. Ой, там кто-то появился. Забирай, если хочешь. Так, что забирать? Смотри, это Алькор. Здорово, столько воды. Какой большой-большой на воде. Он большой и тяжелый. Почему не тонет? Потому что Алькор — это корабль. Но глиняная лодка потонула. Ярой рассказывал историю про зайца, Бакадануки и глиняную лодку. Но Алькор не из глины, поэтому и не тонет. Раз не из глины, то не тонет. Почему? Ты говоришь все лучше, Китабоси. Ну как же тебе ответить? Точно, Лолиточка, почему корабли не тонут в воде? Ладно, давайте первый. Корабли сделаны из дерева, да здравствует сила Дендра. Дендра? Тогда почему хиличурлы с деревянными щитами не плавают? Непонятно. Ничего, Китабоси, когда ты подрастешь, ты будешь таким же умным, как Пайман. Тогда ты поймешь, что все эти вещи, почему корабли плавают, почему на драконьем хребте идет снег, ты все будешь знать. Не обязательно знать все на свете. Ага. И ты можешь отсюда увидеть Алькор. Давай сфотографируем Китабоси. Фоторисунок. Да, именно. А сейчас замри. Я про малину. Может, побыстрее, мне пора спать. Я прислал музыку. Ты прислал мне музыку? А я сейчас не могу посмотреть через Twitch. Сейчас, на телефоне тогда открою свой страничку.
А хотя на телефоне бессмысленно, мне надо открывать браузер. Секундочку. Она в Дискорде у Квея. Ох, усложнил ты мне, однако, задачища. Так. Клей, клей, клей. Ой, у меня там 4 упоминания. В стримах, наверное. Так, в общем, да? Не вижу. Лолиточка. Не вижу там ничего пропа. Вижу пустое сообщение. Я тебе это в личку прислала. А что у меня не отображается? Ты уверен, что это было мне? Ты написал в Дискорде. Аме хуру казе но нака, хурусато о омо. Сесса то кокё но цунагари ва. Моу коно катана но не гозару. У меня никаких сообщений не отображается от тебя. Ой. Так, ладно, давайте дальше проходить. Начать съемку. Вот тебе в чатик. Так, ой. Блин, зря свернулась. Там что-то идет, да? А теперь давайте отведем китобоси на палубу Алькора. Плохо, если лодка потонет. Не переживай, эта лодка не потонет. Мы приплыли на этом корабле от самой Надзумы. Точно! А потом мы познакомились с тобой и Ароем. Успокойся, все будет хорошо. Понятно. На капитана Бейдоу можно положиться, как и на всю ее команду. Поэтому в открытом море этот корабль самое безопасное место. Да. Забирай мою малину. Ладно, давай в следующий раз. Пожалуйста, мне пора. Давай, Прохор. Доброй ночи. Так. Поднимитесь на борт Алькора. Ну ладно, хоть они средства передвижения придумали, чтобы не перелетать всю эту площадь. Ой. Ой, пала.
Ну. Блин. Чего я туда забралась? Ну, нет, как туда. Юх. Не боишься высоты, Китабоси? Если нет, то давай вскарабкаемся на эту мачту. Не боюсь, но Ирой говорит, что... Он не знает, о чем говорит. На какой мачте? На среднюю? Залезьте выше, у нас 49 метров. Так, что там за ссылка? Яндекс.ру видео. Лучше бы Ютуб скинул. Смотри, красиво, правда? Очень. Там так много гор. Что это за место? Ну? Это твоя родина? Верно. Вон там, наверное, гора Йогу. А под Йогу лес Тиндзю. Далеко я рой за морем. Да, но мы будем с тобой все путешествие. Да. Ну что ж, куда же дальше? Здесь есть поблизости знакомое место, где мы могли бы вкусно поесть. Ну, конечно, у пойманной на уме одна еда. Хорошая еда, хорошо. О, видишь, Лолиточки, Китабоси и то понимает. Есть хорошую еду по всему миру, это тоже лучшая тренировка, ясно тебе? Китабоси скоро переплюнет тебя, если не поумнеешь. Ох, карабкаться на мать, что было утомительно. Ага, особенно для пойман. Зачем белый помпон карабкается, она же умеет летать. Не будем вдаваться в подробности. Ладно, сегодня останемся тут. Пойман должна хорошенько подумать о том, куда мы пойдем дальше. Так, это задание выполнено. Получить награду. Так, теперь надо покушать, да? Вы пообещали Арой показать Китабоси мир. Почему бы теперь не познакомить его с иноземной кухней? В конце концов, никогда не разочаровывает лишь сокровища и еда. Принять задание. А там еще много заданий. Отслеживать. Значит, решено. Мы возьмем Китабоси попробовать лучшую еду. Лучшая еда. Так. Точка телепорта. Что-то музыка как-то в игре тихо звучит. Ой, голос. Надо попить воды. Так.
Опять у меня Twitch никого не отображает. Чат Сайбер, Ксенуйте, Минус, Тоха, Психотропик, Мух, Пульс. Пульс, привет! Даже если ты в воркающем режиме, привет. Так. Привет, Сара! Ой, добро пожаловать, Пайман и Лолиточка. А кто это? Новая модель барона Зайчика? Китабоси! Это барон Зайчик. Это Китабоси. Ага, это наш новый друг из Сенадзумы. Хороший друг. О, понятно. Добро пожаловать в хороший охотник, Китабоси. Инадзума, значит. Это невероятно. Я слышала, как Сайрус упоминал, что там повсюду бушует угроза сверкающей молнии. Как это бывает, когда Лиза сердится? Так страшно. Ну, не преувеличивай. Мы пришли в хороший охотник, чтобы угостить Китабоси местными манштатскими блюдами. Можно нам цыпленка в медовом соусе и... Ох, мои извинения, но сейчас хороший охотник не принимает заказа. Как бы это сказать? Можно сказать, что у нас уже все забронировано, понимаете? Что? Но тут никого нет. Капитан Кэй сделал очень дорогой заказ на несколько дюжин персон в отеле Гёте. Наши повара трудятся, не покладая рук. Кэя? Звучит как-то подозрительно. Могу приготовить её? Точно! Где ты, Лолиточка, там и хорошая еда. Приготовишь фиалковую дыню? Жареную фиалковую дыню? Да нет же! Ты так сильно любишь эти фиалковые дыни? Ну, в пищу ресторана ты можешь пользоваться в любое время. Спасибо, Сара. Итак, Лолиточка, время приготовить цыпленка в медовом соусе. Такого хрустящего снаружи и нежного внутри Китабоси точно понравится. А цыпленок в медовом соусе уже на подходе. Ням, как вкусно звучит. Видишь, Китабоси тоже хочет. Не расстраивай пай... Ой. Не расстраивай Китабоси. Ура, расстраивать. Чё-то Китабоси не там радуется. Особо цыпленок в медовом соусе еще получился. Так. Никогда не видел, но пахнет вкусно, ням. А вот и вкусный цыпленок в медовом соусе. Можно сказать, это корона и блюдо Лолиточки. Сойдет, но нет предела совершенству. И кстати, Акея.
Пайман видит, что ты уже обладаешь рыцарской доблестью, скромностью, лолиточкой. Вы наслаждаетесь вкусным цыпленком в медовом соусе. Ням. Ох. Китабоси, что случилось? Ты в порядке? Вкусно, здорово. Вкуснее, чем фиалковая дыня. Неплохо, да? Эй, оставьте Пайман. Вкусно, Лолиточка, здорово. О, ты запомнил имя Лолиточка? Итак, становится ли Китабо... Бакдануки умнее, когда поедят вкусненького? Что говорит белый помпон? Ее зовут Пайман. Белый помпон. Битый час, твержу, Пайман. Белый час, свержу, помпон. Ах, ты так раздражает. Я позже приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Старайся запомнить имена Китабоси. Китабоси будет стараться. Прости, Паймпон. Не Паймпон, а Пайман. Ладно, ладно. Пайман больше не сердится. Костный цыпленок в медовом соусе, ням. Спасибо. А вот название блюда он просто отлично запоминает. Вкусно, это не фиалковые дыни, не морские водоросли, даже не ягода. А все равно вкусно. Я рада, что тебе понравилось. Тренироваться весело. Кстати, раз мы уже в Манштате, идем к статуе Анема Архонта. Анема Архонт? Это как Электроархонт? Именно так, Анема Архонт покровитель Манштату, точно так же, как Электроархонт и Надзуми. Ой, как страшно. Не бойся, это всего лишь статуя, а не настоящий Архонт. И все же, Китабоси, почему ты боишься Электроархон? Иорой рассказывал историю о том, как его чуть не разрубило пополам. А разве он потом не получил признания и не стал защитником? Кроме того, не волнуйся, статуя Анема Архонта. Как Иорой? Анема Архонт? Нет-нет, это просто камень, похожий на Анема Архонта. Ну почти. Слишком быстро. Так, а мне сюда надо? Я думала, мне надо какую-нибудь большую статую другой. Которым молимся. А нет. Раскалывается слегка. Максим Серегин, привет. Так, пульс ушел. Анема Архонт такой: да ладно тебе, мы обсуждали, это просто большая каменная статуя. Он не оживет и не сделает бабах человеком. Статуя не живая, а Анема Архонт не стал бы это делать с Лолиточкой. Ну, он, наверное, подумал, что как Иорой, эта статуя живая. Так. Где-то я там зависла. Нет. Блин.
ладно, хоть так. Под конец он, по идее, упал. Видишь, бояться нечего. Анемархант очень высокий, выше, чем Аро, и твердый. Высокий и твердый. Пайман не собирается объяснять, чем отличается статуя от Аро. Анемархант хороший. На Анемархонта не всегда можно положиться, но у него добрая душа. Анемархонт очень добрый, но порой ненадежный. Пайман, интересно, знает ли Барбара о том случае с Небесной Лирой? Надеюсь, она знает. Фото! Хорошо, а теперь замри. Короче, жениться надо на музыкальной теме. Вот как. これほど美しい景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものである。。Так, наверное. Сохранить. Посмотрите. Не спеши. Вы показываете фотографии Китабоси Пэмми. Классно! Большие руки! Вернемся и покажем Арою... Вернемся и покажем Арою, как у Анемархонта руки больше, чем у него. Мне кажется, тут сложно сравнивать. И Арой слабый. Ярой очень слабый, очень. Ха-ха-ха. Эй, хватит учить Китабоси плохому. Когда Ярой серьезный, он может вырасти огромным-преогромным больше 100 татами. Ярой очень сильный, но Китабоси станет еще сильнее. А почему Китабоси хочет стать сильнее? Ты и так уже довольно сильный, Китабоси, и даже умеешь создавать... Тот этот воздушный мешок. Ты уже почти в половину такой же сильный, как Пайман. Китабоси должен быть сильнее. И его магия тоже. Сильная магия Китабоси сделает Таро и не камнем. Поэтому Китабоси должен тренироваться с Лолиточкой и Пайман. Вот оно как. Ой. Ты запомнил имя Пайман? Ура! Ура! Так, держать Китабоси. Так, держать, да. Ну что ж, куда дальше? Ну что, раз мы уже отведали манштадтских блюд, настало время посетить Лие. Давненько же мы не были в ресторане «Народный выбор». Мы же только что поели. Хе-хе. Разные страны, разные желудки. Ты разве не знаешь? Есть, идем есть. Идем. Следующая остановка — ресторан «Народный выбор». Пойман опять жрунчика врубила. Так. Так. Так.
Забытые песни далекой страны. Так, купить креветки. А раз уж мы в Лие, то надо купить рыбу и креветки. Если, конечно, так лагать не будет. Так, картофель купим. Рис. Креветки. О, у меня уже 1000 креветок. Это очень хорошо. Миндаль. Люблю миндаль. Надо купить миндаль. Хотя у меня есть миндаль уже на столе. В пакетике. Привет, шеф Мао! Для начала мы бы заказали черного окуня. Ох, посетители, в такое время мне жаль, но мы пока не принимаем заказа. А? Это еще почему? Недавно к нам приехал рыцарь из Манштата с огромным заказом. Пиршество на несколько дюжин человек. Он хотел отвезти все в... Как там это место называлось? Отель Гёте в Манштате? Точно! А ты откуда знаешь? Вот же этот Кэя! Мне правда очень жаль, но пока мы не можем принять заказ. У нас не осталось ни одного свободного вока. Я не представляю, как этот парень собирается все вести. Главное, чтобы ничего не пропало зря. Это так неожиданно. У нас даже не хватает ингредиентов, и мне пришлось просить Сянлин достать заоблачных перчиков. Уф. А это что за малыш? Это Китабоси. Как дела? Это Бакданоки, он тренируется в путешествии. Ах, мне правда очень жаль Китабоси. Кстати, у Сянлин есть друг по имени Гоба, который тоже любит покушать. Китабоси бы с ним поладил. Ну что ж, Лолиточка, снова тебе готовить. Черт, я совсем забыл. А? Что случилось? Как же так вышло, что ты не проверил дату?
Да, что случилось? А, Гэри, это девушка все-таки. Мы забронировали глазурный павильон и шатер Синьюэ несколько месяцев назад. Мы так хотели попробовать вершины кухни Лие. А, вершины кухни Ли и кухни Юэ, прежде чем вернулся в Манштадт. Но в итоге мы забронировали места на один и тот же день. Уф, мы должны были проверить эти даты. Что же нам теперь делать? А почему бы вам не сходить в оба места? Нет, это не получится. Куда бы мы ни пошли, сначала Сетос испортит впечатление от следующего места. Да, куда бы мы ни пошли, сначала это будет несправедливо по отношению к другому месту, а тем более к самой кухне. Какое неуважение к изысканной еде. Перестаньте говорить по очереди, Паймон устала вас слушать. Как все непросто. Итак, вы забронировали на сегодня и глазурный павильон, и шатер Синьюэ. Но вы можете пойти только в один, верно? Китай-босси может помочь. Пойти за дядю и тетю, коричневые шорстки, все хорошо. Ой, это маленькое существо что-то говорит? Он говорит, что мы можем вместо дяди и тети в коричневых шорстках сходить в одно из мест. Эй, я тебе не тетя, а сестренка. Баймон просто за ним повторила. Но пойти вместо нас вроде бы и годится, но это не то. Я думаю, что это прекрасная идея. В любом случае, было бы безответственно с нашей стороны все отменить последних минут. Ох, ты так долго ждал своей очереди. Да ладно, Фрэнки. У нас куча времени, закажем в следующий раз. И разве вчера тебе не хотелось морепродуктов из шатра Синьюэ? Давай, мы пойдем в Синьюэ, а в глазурный павильон пусть идут эти. Необычные путешественники и маленький зверек, ладно? А, с этим мы справимся. Конечно, меня зовут Гэри. Просто назовите мое имя Лицао в глазурном павильоне. Все блюда уже заказаны. Ура! Спасибо, Гэри! Ура! Спасибо! Обожери! Обожери, это от слова обожрался? А, если что, быстро мелькающий текст мне не получается читать. Короче, пожрут на халяву. Да, пойму, везучек это. Юко. Иза. Добро пожаловать в глазурный павильон. Вы бронировали столик? А, Гэри запланировал для нас. Господин Гэри, подождите, пожалуйста, я проверю. Действительно, у вас есть бронь на сегодня. Что ж, тогда сюда, пожалуйста.
Ой, надо есть такой пузик. Как скрипит. Ленчин немножко застрял. Чуть-чуть, совсем-совсем немножко. Голова немножко раскупится. Генси немножко застрял. Надо воды попить. Отлагала. Семь стихий. Мне неудобно так сидеть, сейчас скрипеть буду. Я надо нормальный стол сюда поставить, вместо этой кровати скрипучей. Так. Отлично, меня выкинуло. Давайте еще раз считать миллион лет, когда закроется.
Пам-п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 ам. Жрать. Ну, не хотят они жрать, видишь, не прогружаются. Не влезли в дверь после прошлого обеда. Ой. Грузись, грузись, еще немножко, давай, у тебя получится. О, наконец-то. Там опять курица встали на столе. Герри сказал, что уже заказал блюдо. Но тут так много, неужели Герри и Фрекки собирались все это съесть вдвоем? Ой, как вкусно пахнет! Вы пируете с Пайми на китобосе в глазурном павильоне. Уф, это так было вкусно! Тебе понравилось в китобосе? Очень вкусно. Это видно, потому как ты ешь. Ха-ха, вкусно, очень вкусно. Человеки очень вкусные. Ой, ой. Человеки очень сильные. Они умеют готовить такую вкусную еду. Вкуснее, чем еда Бака Дануки. Кстати, из чего Бака Дануки готовит еду? Она вкусная и выглядит аппетитно, но какая-то пустая. Мне тоже любопытно. Бака Дануки готовит из листьев бабах. А листья бабах — это овощи? Листья бабах — это листья бабах. Листья бабах — вкусно. Наверное, не стоит углубляться в магию Бака Дануки. Пайман не может выбросить это из головы. А еще Пайман, интересно, зачем Кэя столько еды из хорошего охотника и народного выбора в отеле Гёте? Что этот парень замышляет на этот раз? Наверное, вот так. Здравствуйте, вам подарок от Орда Фавониус. Подарок? Признали наконец нашу силу, да? Слишком поздно подлизываться. А что в подарке? Пир с холодных блюд Манштата или Е. Ого, пир, налетай, народ. Ой, как холодно. Ох, это засада. Внутри спрятался капитан кавалерии. Прощайте. Ну, такая глупость точно не может произойти. Так похоже на Бака Дануки. Это и правда в их духе. Кстати, Пайман показалась или еда вкуснее, чем в прошлый раз? Почему так? Последний раз мы приходили с официальным визитом. Верно. Все это консультант, церемония, вознесение, после разговоров уже и кусок горла не лез. Кстати, об этом знаешь, Китабоси? А мы и правда обедали вместе с предвестником Фату и Властелином Камня.
Однажды Китабуси слышал, как Каорой рассказывала Фатуе. Фотум — это как путь Тануки. Китабуси, мы говорим Фатуе. Знаешь, не думаю, что бог Тануки что-то знает от Фатуе. Согласна. А раз уж мы в Лие, то давай отыщем местечко и сфотографируем Китабуси. А здесь есть подходящие места? Ага! Помнишь, такая извилистая горная тропа у северного входа в гавань Лие? То, что нам нужно. Мне кажется, нефритовый дворец был бы идеален. Для фотографии в Лие. И в итоге они ничего не съели. Ой, я пробежалась по блюдам. Бежала-ка я отсюда. А? Где выход? Оговорочка. Спалилась, однако. Эх, сейчас бы голубцов навернуть. Я бы роллов навернул. Разбодяжить васаби в своем соусе. Я тоже хочу роллы. Роллы, роллы, роллы. Ой. Роллы, что ли, приготовить? А я там недавно рецептики запеченных роллов нашла. Надо их попробовать. На самом деле, мне просто соевый соус и васаби понравились. Ну так ешь. Там же не обязательно роллы именно. Соевый соус ко многим блюдам подходит. Он использует что? Ну ладно. Я частенько миди в соевом соусе готовлю с чесночком. Очень вкусно получается. Единственное, миди надо брать не крупные, а мелкие. Да крупные частенько попадаются плохие. И такой запах сразу неприятный везде будет стоять, если миди плохие. Я обычно маленькие такие-то мелкие мидии бухты изобилия беру. Там, правда, иногда бывает, что попадает с этой скорлупой, но редко. Потомить в своем соусе с чесночком. Вкусняшка такая. А васаби вообще ко всему подходит. Соленого. Остринку давайте. Буржуи медиа жрут. Так, Китабуси, встань рядом с Лолиточкой, не двигайся. Ура, фото на память. Что значит Лолиточка? А, я думала, она решила нас пофоткать. Блин. Немножко бы ракурса с травы. Надо, чтоб захватывал. Ну, давай так. Нет, фотка не очень получилась. Потому что тут трава. Ну ладно. Mm.
Да, Тоха. А еще мое любимое блюдо, которое я готовлю, это жульен с белыми грибами. Да, отлично. Лолиточка, а у тебя талон, да? Тут так красиво, не как в лесу. Но все в лодке внизу не потонут. Не переживай, не потонут. Как здорово. Ну, Китабоси, тебе понравилась сегодняшняя тренировка? Не думаешь, что тренировка это развлечение? Ярой говорит, что развлечение тоже тренировка. Нельзя сходить с пути, Тануки. Если забыть о развлечениях, мы сойдем с пути. А что будет, если сойти с пути? Тануки, который сошел с пути, взорвется. Что? А? 8 датами взорвутся, лис исчезнет, мех превратится в водоросли, а животик в чайник. А потом Тануки станет тощим, как хорек. И больше не будет магии. Я пойман уверена, что Яро и врет. Я так... Тренироваться весело, я так рад. Хорошо, что весело. Идем дальше, а куда? Знаешь, а давай на сегодня закончим. Да, тебе тоже нужно отдохнуть, Китабоси. Я не хочу отдыхать. Я хочу еще тренироваться с Лолиточкой Паймон. Без отдыха ты не сможешь хорошо тренироваться. Не переживай. Мы придумаем, куда нам пойти дальше. Да. Так. Вы пообещали Иарой показать Китабоси мир, а не сводить ли его в те сказочные края, где обитают адепты. Гора Хулао стала бы отличным выбором. Блин, еще так много мест. Отслеживать. Если подумать, адепты это животные, а Баки Тануки тоже животные. Носик. Спасибо, Сайт. Нет, не хочу. Творец гор! Эй, цепелька!
Странно, адепта здесь нет. Нельзя так неуважительно с адептами. Пайман, что такое адепт? Ну, особенное, особенное животное, как-то так. Как китобойся? Так все лагает. Нет-нет, они обладают волшебными силами. А могут делать бабах? Тогда китобойся точно адепт. Ну, адепты намного старше и величественнее. А, тогда китобойся не адепт, адепт и орой. Ох, как же объяснить? Адепты издревле защищают Лея. Блин, что так лагать начало? А, я вспомнила сейчас. Понял. Ярой хранитель леса Тиндрю. Так что не может быть адептом. Секундочка, я свернусь. Что-то у меня лагать прям сильно начало сейчас. Позакрываю всякие браузеры непонятные. Или не позакрываю. Браузер не хочет закрываться. Браузер решил застрять. Блин. Может, на сегодня хватит? Ну, дело не совсем в этом, но... Но раз перед на... Перед на... обитель адепта, то надо сфотографировать китобося. Хорошо, китобося готов. Китобося умничка. Но у меня голова раскалывается немножко. Это все мои злодейские проделки. А зачем ты злодейские свои проделки? Блин, по идее он должен быть в центре, чтобы его фоткали, но мне вот эта часть не нравится как-то. Вау, вот так сфоткаю. Сохранить. А, можно же было удалить, ну ладно. В смысле, а то не засчиталось? Угу. А если наоборот приблизить? А, еще определенный угол должен быть. Ясно.
Отлично получилось! Ха-ха-ха, Китабоси милый. Да, скромность это не про Китабоси. Пайман, а какой магией владеют адепты? Адепты могущества, например? Например, янтарные ловушки. А что это? О, Пайман помнит, у Творца Гор есть цветы, которые могут создать янтарь. Он запирает в себе то плохое, что вторгается сюда. Цапелька молодец, защищает ли ее, запирает плохое. Давным-давно жили-были плохие-преплохие четверо Оня Агата, которые ворвались в лес и стали обижать Бакадануки. Ярой принял облик владыки и дал им отведать еды Бакадануки. А потом вместе с королем Атоги бросил их на бумагу и запечатал там. Вот такая история. Неудивительно, что когда Ярой увидел фотографию Китабоси, то пришел в ужас. Ярой не адепт. Не защищает ли ее, но Ярой переживет лес Сатануки. Разные люди защищают разные места. Китабоси вырастешь, поймешь. Китабоси должен тренироваться и стать великим Бакадануки. Конечно, знаменитый Бакадануки Китабоси. Пайман, интересно, как выглядел Ярой до того, как был запечатан? Должно быть, был веселым. Ах, Пайман вдруг вспомнились те похитители сокровищ, которые были заперты в янтарных ловушках. Они даже приняли нас за посланников адептов. Кажется, что это было давным-давно, но ведь нет. Когда мы прибыли в Люйхе, церемония сошествия происходит только раз в году. Я и Лолиточка собирались съесть все вкусное. Пойдем, Пайман. И еще будут подношения, поторопимся. Хватит об этом. Ладно. А потом Лолиточка и Пайман отправились в глазурный павильон, где мы уже были раньше. Цапелька гор и цапелька облаков очень сильные. Они построили движущийся дом. Цапелька хранитель облаков очень любит изысканную еду. Нам пришлось приготовить много угощений, прежде чем мы смогли встретиться с ним. Обжорка, как Пайман. Да, Пайман такая. Эй! Пайман, адепт, Пайман очень сильная. Довольно смешанные эмоции. Это, конечно, был комплимент, но какой-то сомнительный. В любом случае, Пайман не адепт. Хочу поиграть с адептами. Адепты обычно не являются людям, но мы можем осмотреться здесь. Довольно мило. Китабоси, вперед! Ого, какой он пушистый. Адепт, адепт. Где он? Темотони хагаару но нара, сэшша га ксабуэ де иккёк канаде ё. Куда он убежал? Где? Вроде. А, вот. Янтарные ловушки. Эй, будьте осторожны, Китабоси, если наступишь на что-то. Ой, а куда прокатился? Че, упал, что ли? Так Китабоси делся.
что-то не слышал. Ой, лисичка была. А, как лагает сейчас. Пайман сгорит от того, что не лагает. Так. Это откуда взялось? Бац, я не выпускала. Странно, что они нет. Не в ловушках. Ну да, иди сюда. Кто-то там теряется. Босса. Может, вниз пошел? Вернулся назад. А вот после этого момента куда он девается? Интересно, а как Пакаданоки появляется из ниоткуда? Так, новое место показывает. Ой, Китабоси, что случилось? Эй, Китабоси! Ты похилиться не хочешь? Хочу, но мне так неохота Зетку менять. Ой, ой. А вот это жрец. Упс. Как хорошо, что Барбара умеет скрещать, да? Заставить бы Лольку Final Fantasy 13 пройти. Вот бы где она
Бафорка летится, быстро научилась. У меня есть финалка, но, по-моему, у меня 15 или 14. 13 у меня нет. Чё, его закрыли? Слава Архонту, мы тебя нашли. Ты в порядке? Китабоси? Не волнуйся, все в порядке. Но в следующий раз не убегай один, хорошо? Ты прямо как старшая сестра, пойму. Пайман старшая Китабоси, конечно. Пайман старшая сестра. Хотя по виду не скажешь. Эй! Спасибо, Лолиточка, спасибо, Пайман. Китабоси чуть не попался, очень страшно, но Китабоси слышал Пайман, поэтому было не так страшно. Ах да, Яруи говорил, что некоторые более мелкие тануки также оказались в ловушке. В янтаре очень страшно. Темно, ничего не видно, невозможно говорить, невозможно двигаться, невозможно бабахнуть. Как будто становишься камнем. Яруи силен, превратился в камень, но может говорить и видеть, не может двигаться. Хочешь помочь Яруи, Китабоси? Да. А потом и другим окаменелым тануки. Мы с тобой, Китабоси. Мы не допустим, чтобы ты оказался запечатанным. Да. Но веди себя чуть спокойнее. Хорошо. Хороший мальчик. Может, пока останемся здесь? Тебе тоже нужно отдохнуть, Китабоси. Китабоси не устал. Ох, если Китабоси не будет слушаться, Пайман не знает, к чему это может нас привести. Ох, Китабоси как маленький. А ты все лучше справляешься, Пайман. Правда? Может быть, это потому, что Пайман так долго путешествовал с тобой, Хехе? Да, вообще-то нам приходилось заботиться о многих детях. Точно. Малышка Мин, Чан-Чан. Пайман точно многому научилась во время наших путешествий. В этот раз мы узнали, что Бакадануки и адепты могут не ладить друг с другом. Мы должны подумать о том, куда направимся дальше. Слегка так не ладить. А если б я не проверила капли, пришлось бы еще вот с этих парочку обыскивать. О, кабанчик. В смысле? Мясо и... А, было мясо. Что-то обнулеснулось не там, где должно. Ой. Ой. Я не хотела, я с тобой играть. Нет, Пайман, ты куда? Ой, кли, стой. Стой, кли. Я кли только что Пайман назвала. Все. Так. Ой, носик теперь мучает. Один раз чихнула, теперь носик мучает. Так. Мне надо энергию слить. Блин, сколько там осталось до прохождения? Блин, там 3 осталось. Доделать, что ли? Я ж потом не соберусь это делать. Вы пообещали Арой показать Китабоси мир. На этот раз полюбуйтесь уникальным водным пейзажами Лии на Тростниковых островах.
Да, ребята были правы, что читать здесь много. Это еще долго с твоими темпами. Да, никто не сомневается, что это долго. О, Паймон решил показать, когда бой с тростниковой вода поиграть с водой. Чё ты там? Ну ладно, ладно. Долго. Так и быть. Ага, голова немножко раскалывается. Если бы не раскалывалась, я бы ещё посидела. А ты недолго написал? А я прочитала как долг, все равно. Так. Так, в прошлый раз мы к Вэю в гости заходили. Оре? Додоко, додоко? Кто там стримит? Кенджи, Эмвик, Козимо, Дэзи Фокс, Лига Легенд. Кому бы я хотела кинуть? Управление трансляции. Так, Тох один раз сказал мелодию. Надо будет вернуть баллы. Что-то кушать захотелось. Еще это на ночь глядя. Так. Пошли-ка мы к Бэю. Давайте, давайте, принимайте. Плюс 250 баллов канала. Никому лишними не буду, да? Или будут? Погодите. Так, еще раз. Так, а почему шестого не захватывает? Не понимаю. Ну ладно. Давайте, ребятки. Всем, кто со мной сегодня пообщался, посидел, большое спасибо. Психотропик, спасибо за подписку. На шестой месяц или на седьмой месяц? Что-то не помню. И мне уже не показывает, ладно. Спасибо большое, кто со мной сегодня посидел, пообщался. Кто просто зашел, спасибо. Давайте вам там приятного просмотра, пока-пока. クレイと一緒にお魚をドカーンしに行く? バレた?